Друзья, товарищи, всем привет. В общем, в свете последних событий есть очень большая вероятность того, что заблокирует YouTube. И поэтому предлагаю вам переходить на мой канал в Яндекс.Дзен, подписываться и оставаться на связи. Как многие из вас знают, в России уже отключили монетизацию видео, которые выходят на каналах. Соответственно, блогеры сейчас не получают с этого ни копейки. Но видео на моем основном канале на YouTube будут продолжать выходить. Как бы в последнее время не было вообще никакого желания что-то там снимать, куда-то ездить на рыбалку. Было желание только побыть дома, побыть с семьей, все. Вот, но все равно надо как-то отвлекаться, иначе можно просто сойти с ума. В общем, для подстраховки переходите на Яндекс.Дзен. Если вы на Яндекс.Дзене уже зарегистрированы, то там просто вбиваете «рыбалка Владимир Зуев» или запрос «без мотылка», и там сразу же высветятся мои видосы. Подписывайтесь, оставайтесь на связи. Ссылку на мой канал в Яндекс.Дзене вы найдете внизу в описании под этим видео. Также найдете ссылки на мое сообщество ВКонтакте, на канал в Телеграме. Короче говоря, все мои социальные сети будут указаны внизу под этим видео. Ну а сейчас я хотел бы представить вам небольшое видео, которое я заснял 13 апреля 2021 года о ловле достаточно крупной сороги, безмотыльную мормышку. Есть там несколько интересных нюансов, которые, я думаю, что для вас, рыбаки, будут интересны. Всем приятного просмотра, оставайтесь на связи. Уважаемые друзья рыболовы, всем крепкого здоровья. Нахожусь я на рыбалке сегодня уже целый день, руки у меня уже как у индейца, лицо тоже. Тем не менее, я решил записать отдельное видео по вечернему выходу плотвы. Рыба это интересная, рыба это очень сильная, клюет она просто феерично, сопротивляется тоже. И именно на эту тему сегодняшний наш видос. Нахожусь я сейчас на достаточно попсовом водохранилище, рыбаков здесь очень много. Сейчас 5 часов вечера, большинство из них свалило со льда, ну а я остался ждать плотву. И, как оказалось, не прогадал. Вот это плотва. Плотва, так плотва. Ништяк. Хорошая. Четкая сорога. Микробатончик.
Все-таки я ее вытряс. Вот такая красавица. Вечерняя сорога. Класс. Шальная какая. Сражняк. Вечерний. Поклёр. Мамки. Прям морские. Клёвка какая была. Вот это была поклевка. Подлещик. Подлещик. Давно. Я уж думал сорога. Это давно подлещик. Поклевку видели, какая была? Прям вниз. Хорошо засел. Не убежал бы. Вот это. Вечерний выход продолжается. О, уже сидит. Со дна взяла. Хорошая какая. Попа начинает дуреть. Ловлю на небольшой глубине. Поэтому у меня в лунке много шуги, чтобы лишний раз лунку не засвечивать. Потому что плотва, рыба очень осторожная. И вот в данном случае экземпляры 150-200 граммов для этого водохранилища уже считаются достаточно крупными. И поэтому рыба эта осторожная, хитрая и очень критично относится ко всем проводкам, которые вы делаете. Очень часто возникает такая ситуация, когда ты вроде бы трясешь равномерно, делаешь равномерный подъем, но рыба не клюет. Есть один небольшой секрет. Как все-таки побудить и раздраконить сорожку на поклевку. Вот, если вы можете заметить, трясу я сейчас достаточно активно. Так вот, на такой активный тряс напрашивается достаточно быстрый вот такой вот подъем. И иногда такая проводка работает. Особенно тогда, когда рыбка активна. Но если рыба пассивна, ее надо драконить. То есть я
трясу быстро, а поднимаю медленно. И вот такой вот прием, такая хитрость очень часто работает. Также можно попробовать делать проводочку буквально по миллиметру. Вот такую вот. Медленную такую. Размеренную. Такую прям умирающий лебедь. Но если в течение там 2-3 минут накормленной лунки нет поклевок, то надо просто поменять лунку и прийти сюда чуть-чуть попозже, потому что рыбка уже с вашей мормышкой ознакомилась, и скорее всего она ей приела. Морская жирная сорога. Мормышку я использую нимфошарик с красной головкой. Вот такая вот мормышка, такая вот сорога. Часть сорожек я поймал на гвоздик с так называемым дискошаром. Но потом мне показалось, что рыбке будет более интересна мормышка с чуть большим весом. И я поставил самодельную мормышку нимфошарик с красной головкой и золотой латунной бусины, точнее латунной бусины золотого цвета. Сама по себе мормышка черная, головочка красная, шарик такой золотистый, и на мой взгляд это достаточно привлекательное сочетание цветов для сорожки и для головля. Опять был приемчик небольшой. Это заклад. А нет, это гибрид, ребят. Это у нас гибрид. Гибрид сорожки и подлещика. Вот. Это гибрид. Ну, рыбка зачетная, классная. Хорошо клюнула. Также стоит чередовать проводочки. Делать быстрые, делать медленные. Ну, я думаю, что большинство из вас это и так знают. Скорость подъема также стоит менять. Потому что более крупная рыба, она, как правило, более осторожна. И требует к себе определенного отношения. Конечно, не стоит прям совсем заморачиваться. Надо рыбачить как-то расслабленно, но в то же время с выдумкой, для того чтобы ваш улов вас радовал. Опытные безмотыльщики давным-давно знают о том, что у плотвы бывает так называемый вечерний выход. В то время, когда она начинает очень хорошо реагировать на безмотыльную мормышку и дарит незабываемые поклевки и просто огненное выважание.
Да, вот это был мутант. Уже на льду. Прекрасная рыба. Очень часто вечером бывает такая ситуация, то что лунки закормил, и вроде как бы плотва чуть-чуть поклевала и потом перестала. В большинстве случаев это просто пришел лещ. Очень часто вечерний выход плотвы бывает кратковременным. Однако бывают случаи, когда плотва берет вплоть до самых сумерек. Причем в самых сумерках случаются прям сумасшедшие поклевки, чуть ли не с загибом шестика. Вот буквально за один вечерний час я поймал таких вот рыбок, красивых, хороших. Поупирались они знатно. Ну и пойдут они на завялку. Такие вот сорожки. Ну прям зачет. Такие прям классные. Хорошие рыбки. Гибрид попал. Видите, какой гибрид. Ну и заплатка тоже ввалилась. Небольшая.